Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. И я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. День пройдет хорошо, но это отнюдь не время для больших свершений и грандиозных новых начинаний. Телец. Возможно, бескорыстная помощь со стороны близких или дальних родственников. Ваши взаимоотношения с ними станут более мягкими и дружелюбными. Близнецы. В этот день у вас достаточно энергии и оптимизма для того, чтобы быстро и эффективно справляться с любыми задачами. Не препятствуйте ходу вещей. Рак. Будьте активнее, вам будет проще добиваться намеченной цели, если она носит немного романтический или необычный оттенок. В трудной ситуации вы не останетесь без поддержки. Лев. Прекрасный день, если вы намерены раздвинуть границы своего влияния. В это время у вас могут найтись единомышленники, проживающие на отдаленных территориях. Дева. Интуиция в эти сутки значит ничуть не меньше, чем решительность и азарт. Почаще вспоминайте об этом, особенно если попадете в затруднительную ситуацию. Весы. В этот день вы поймете, что из любой ситуации может быть найден выход. Если поведение партнера кажется вам грубоватым, а мнение публики слишком резким, попробуйте его смягчить доступными вам способами. Скорпион. В этот день не обязательно буквально следовать существующим правилам, строго придерживаться расписания. Сегодня допустимо позволить себе чуточку свободы. Стрелец. Один из тех дней, когда вы понимаете, что жизнь прекрасна, а трудности и недоразумения, в том числе в контактах с близкими, в это время отступают. Козерог. Наиболее напряженный момент в контактах с домочадцами пройден. Постарайтесь внутренне расслабиться, а также помириться с теми, с кем недавно были на ножах. Водолей. Общение с близкими родственниками, а также с представителями повседневного окружения обещает быть приятным. Если вы творческая натура, вас может посетить вдохновение. Рыбы. Интуиция и воображение будут вашими помощниками в принятии любых решений. Привычное меню стоит сделать более разнообразным. Самое время отведать экзотическое блюдо.